Вот уже год на территории Щелковского района работает общественная организация, которая объединила ветеранов государственной и муниципальной службы, руководителей предприятий и учреждений района. Люди, которые десятки лет вносили большой вклад в развитие муниципалитета, планируют и дальше оставаться в строю, помогать делом и словом процветанию своей малой родины. На очередной встрече рассмотрели вопрос о развитии музейного дела. Доклад о деятельности Щелковского историко-краеведческого музея представила его директор Наталья Богданова. Сейчас в учреждении готовится к оформлению экспозиции на третьем этаже. На этот год запланирована покупка музейного оборудования полностью на третий этаж. Музейное оборудование, к сожалению, очень дорогое. Это около почти 3 миллиона рублей будет потрачено на это музейное оборудование и комплексное создание частичной экспозиции. И будем открывать две части основной экспозиции. Это о Первой мировой войне и, соответственно, революции 17-го года и Великой Отечественной войне, потому что эта экспозиция наиболее проработанная. Как отметили на заседании, важным является дальнейшее пополнение экспозиции музея. Я думаю, что все услышали о том, как мы можем участвовать в пополнении музея, потому что все сидящие здесь люди прошли очень большую школу жизненную, трудовую школу, и, наверное, у кого-то есть оригинальные материалы интересные, которые могли бы быть интересны всему населению, посещающему музей. Я буду встречаться с новым директором 31-го завода. Мы на 60 лет делали маленькую экспозицию, где просто с начала образования завода 1953 год до определенного года есть вся история, фотодокументы. Ну, в этом году было 65. Я вот берусь забрать все эти у него материалы, передать в музей. На встрече организации с юбилеем поздравили двух ее заслуженных представителей. Николай Душков работает в строительной отрасли района более 50 лет. За это время прошел путь от прораба до генерального директора строительной компании. Александр Щербаков трудился в районной администрации с 1995 года. Занимал должности управляющего делами и заместителя главы районной администрации. Также юбилей недавно отметил еще один представитель организации – Михаил Фирсов, долгое время возглавлявший Щелковские электросети. Юбилеры подчеркнули роль общественного объединения в дальнейшем развитии Щелковского района. Конечно, такой потенциал нужен востребовать, потому что люди неравнодушные, они видят трудности, которые сейчас в районе происходят, и, конечно, они готовы поделиться, поучаствовать и свой активный опыт все-таки применить и к нынешней ситуации. Обсудить актуальность тех или других тем в городе. Как в любом городе они есть, да, вы же понимаете, есть и проблемы и транспортного, и другого порядка, и развитие города в какую сторону. На встрече также приняли заявление от новых желающих вступить в организацию ветеранов органов власти. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».